Всем привет. Сижу, паяю, а у меня тут такой бардак. Все вот так вот навалено на столе. Ужас просто. Помните, я резисторы перебирал? Короче, поставил вот эту коробку с резисторами на этот стол. И она у меня рухнула на пол. Короче, все тут засыпало резисторами, а тут у меня тоже завал все. Везде сплошной завал у меня. Вот ужас, что творится. Короче, все засыпало резисторами. Кое-как их отсюда с пола понаходил, подбирал, вот положил тут сбоку. И что самое главное, как думаете, какая коробка это? По закону подлости, какая коробка? От 1 килоома до 10 килоом. Это самое, где их больше всего. Вот. Нет бы там мегаомовая упала. Или там 100 килоомовая. Или там 100 омовая. Нет, упала та, где больше всего резисторов. Короче, сейчас опять сидеть и все это перебирать. Вместо того, чтобы паять, вот сейчас вот херней всякой заниматься опять. Всем пока.